Пробовали все мы. И опрыскивание всякими разными препаратами. Умного ничего мы с этого не получили. У меня была такая возможность с очень известным селекционером пообщаться. Это Шевелидзе. И она мне дала свой хороший, как сказать бы, опыт. Октарой. То есть не просто опрыскивать, а надо поливать. И раствор делать такой концентрат, если идет октара пакетик на литр, то есть, значит, на пол-литра надо делать и проливать каждое растение. Через неделю еще раз повторить, то есть в три этапа, пока не достигнет того эффекта, чтобы не было ни яиц с этой стороны, с другой, ни белокрылка не мозолила глаза.